Итак, я, короче, вошел, вот. Пошлите, посмотрим, что у Димона там творится. Чё тут? О. Это чё, теперь здесь он спрятан? А он тут уже давно спрятан, ты чё? Он тут уже тысячу лет стоит. Ты чё, а он одноместный только? А, нет. Да, садись. Полетели. Так. Вот, теперь все хорошо. Саня с GTA 5, он медленный. Что? Саня с GTA 5, он медленный. GTA 5, он быстрый? Да, они быстрые там. Нет, бросай. Бросай. Ну, конечно, 2004 год и 2013 не сравнятся. Никогда, наверное. Хочешь поводить эту хрень? Так, да я не знаю. Что-то у тебя нет синхронизации. А я это звук потише делал, а то радио слишком громко. А что там в радио вот. Нового-то говорил? Ну, ты так, послушай. Ну, это я просто этом... давно не был. Ну, получается, да. Вон они, слышь, я самые драгоценные слышу. Машины. О, обалдеть, тут даже ограждение сделано. Но раньше, кстати, не было ограждения, вон грузовичек. Было, конечно же. Не было ограждения, был вертолет, это все было, но ограждение. Вот, вот эти вот, помнишь? Кстати, вот эти вот грузовички сейчас это в GTA Online есть. Ну что, на них хочешь покататься? Я вот этот возьму. А, обалдеть какой. Извиняюсь за лаги, ребят, мы просто видос делаем. Больше ничего не сделаешь. Ты что делаешь? Я его нафиг растерял. А ты не в курсе то, что вертолет не взорвется, если там никто в нем не сидит? А, вообще забыл. Любое транспортное средство. Я забыл. Такие вот правила на это все. Не на этом сервере, я вообще в самой игре. Нет. Что, едем? Нет, 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 только... Поехали, я тут грузовик лояльный, у него жопа хорошая. Его хрен взорвешь сзади. Может, ко мне сядешь? Не, мне нравится вот этот зеленый. Ну хорошо, будешь лесник. Тем более, что подписчикам это смотреть, как я просто. Лесник ты мой. Пассажиром еду. Лесничок. Опять Фролов, да? У тебя тоже как у Фролова ассоциации с это. Ну. С лесничком. Я не знаю, почему. Зеленый цвет. Ну вот. Ну вот. А вот, кстати, у меня посмотри. Тоже, кстати, ассоциации зеленый. Ой, стой, остановись, остановись, я забыл. Лесниками. Чудесную штуку выбрать под названием. Пистолетик. Ну, как ты тебе? Единственная штука пистолет. Давай в Арзамас, наш любимый добрый. Старый добрый, да? Что-то мы долго летели. А, блин, у меня снег, а почему-то, смотри, зеленая пыль с это из-под колес. У меня что, зеленые шины, что ли? Как бы шины у тебя обычные. Просто пойми, у тебя текстуры просто белые, а на самом деле там все еще точно такое же зеленое, как и твой фургончик. Да, зеленый цвет. Фургончик это машина чудес. Зашел в него и все, взорвался. Не, зеленый цвет реально. Блин, почему. Да, как сделать не от первого лица? Хочу от первого лица покататься. Нельзя. Давай на мотике. Можно мод установить. Поехали на мотике. Давай. О, это, веди. Вот это мне нравится. Давай, давай, поехали сначала за пушками. Во-во-во, за пушками? Ну давай за этим мужиком. Да ё-моё! Ща он недалеко от нас уехал. А он еще к нам едет. Опа-на, чувак. Сейчас опять будут в комментариях писать, что вы стреляете в невинных людей. Да? А денежку зарабатывать-то нужно. Ну помнишь? Слушай, ты как-то немножко типа... Помнишь, кто-то нам писал это? А там какой-то, у которого на аватарке куча машинок. Да. Король машинок. Вон, кстати, этот, наш лесничий грузовик взял. Чудо-фургон. Тачка исчезла. Ну да, по-моему, все помедленнее стало здесь. Наверное, админ так сделал.
Вылази, дебил. Давай, 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 давай. У меня хп нету. Да ё-моё. А у меня больше нет арты. Убил его, нет? Нет. Он меня. Да ё-моё. У меня почему-то не слазил. А кто он? Погоди, кто? Жури. Что и... Дуйвиловый. Давай его найдем. Можем. Вон еще один чувак бежит. Чувак, тебя убивать или нет? Ладно, живи пока. Если ты на меня конечно не нападешь. Берем вот эту тачку. Ха-ха-ха, они меня пытаются попасть, а я не могу. Упс. Вау, Гарик, берем. Ух ты ж. Чувака. Слушай, меня сейчас могут убить. Кто? Ты сейчас где, в Арзамасе, нет? Нет, я в Южном, меня убили. О, Южный вообще. Управление, справится. Потому что неудобное. Да какое, да? Управление неудобное? Ты всегда с этим управлением играл. Вообще я в Арзамасе. Ну просто это, сам понимаешь, после GTA 5. Да. Да я вон недавно в GTA 5 играл, что? Ничего. Да, Волжанка быстрее, это ч... А я начи... Что а вы сигналите? Я на... Что вы сигналите? Все, оно... короче, я за... Не, прикинь, кстати, у меня лед работает. Их занесло. Они сейчас подумают, какой читер играет. Не, знаешь, походу функции моего мода для всех передались. И мой лед работает. Чувак это... реально забуксовал на нем. Ох. Сдрифтил прям. Вообще капец его там. У меня, кстати, на Волге зимний, похоже, резина. Я вообще ехал ровно, чисто. А он там буксует. Так, это что-то новенькое, тут такого не было. Так, это что-то забрел куда-то не туда, поэтому... Так, слушай, я, а, этого чувака я... убили. Надо его искать. Все деньги у меня спер еще. Деньги, пятый. Еще я убит. Ой, блин, эти чуваки свалились. Слышь, на, я на к стадиону еду. К стадиону? А, я тоже, кстати, недалеко от стадиона. То есть от Арзамаса я недалеко. А до стадиона мне доехать всего ничего. Так, вот тоже пробитый, да? Она так была... Не знаю. Ну, как мы любили называть, веселое колесо. Ну, как тебе сказать? Я тебя вижу. На мапе ты меня изображаешься. Чувак, не на того напал, ладно. У меня для тебя времени нет. О, слушай, я, кажется, вас вижу, сэр. Вот он ты. Давай, короче, под ног, давай, стреляй в этого чувака. Ты где есть-то вообще? Я тут, а. Я с другой стороны просто. Давай, тут черти один вообще. Давай, в него стреляй. Всеми силами. Тихо, извини. Так, убил. Не тем оружием я стал обороняться. Ну, как у там у тебя... Я в Южном. Так, у вас пока перестрелка, да, идет? Угу. Кто кого? Кто? Боюсь, кого что он меня. Он тебе? Боюсь. Что-то как-то мы совсем сдулись. Завалил его. Ну и хорошо. Не совсем мы сдулись. Ну я буду тебя тут ждать. Чувак, ты охренел? Меня подрезаешь. На тебе по всем колесам. Хорошо, я на твоем полгае поеду. Давай, Кашану. Давай. Сейчас. А бабушка как? Тоже там в маленькой комнате. Ага. Блин. Я не знаю, во что они там. Чё так фризит игра? Да я не понимаю это, почему? Большинство радиостанций не работает. Так всегда было, просто вырезали. Печально. Здорово, чувак! Всё. Нашел станцию, которую слышно. А я с усихами.
Блин, от меня уезжают. А, слышь, и к тому же приехали. Если ты помнишь нашу с тобой самую лучшую базу, которую ты рассказал? А, это да. Да. О, у меня тридцатник. Все, хорошо. Ок, хорошо. Поехали. А у меня было 30, стало 20. Я, кстати, удивлен, то, что вот так вот практически. В никаком состоянии я его завалил. Так, короче, видео заканчиваем, потому что слишком большое получается, мне кажется. Ну, чтобы на YouTube выкладывать побольше видосов, я буду их разделять. Все.